Прошлогодний набор был как эксперимент, и все специалисты сходятся в том, что прекрасные дети, что факультет нужен Осетии, и руководители этого факультета, ведущие артисты академического нашего театра тоже просят. Поэтому мы будем продолжать финансирование, и в этом году они будут набирать еще один курс, и так будем двигаться. Я думаю, что для этого факультета нельзя экономить. Надо находить средства, чтобы и театр жил, а театр – это наша жизнь, это жизнь Осетии. Поэтому мы будем и в этом году набирать, я уверен, что в следующем году, и будем продолжать это делать. Педагоги, руководство факультета, они не определяют количество, они определяют талантливых детей. Это очень важно не только для меня, а для всех жителей республики. Осетинский театр жил и живет, и будет жить. И каждый из нас, кто может помочь и театру, самое главное, помочь детям, чтобы они занимались своим любимым делом. Вот это наша задача, что мы и делаем. Прекрасные дети показали первый год своего обучения. Жизнь только начинается у них, поэтому они должны заниматься и радоваться и сами, и радовать своих родителей, и радовать нас, старшее поколение, и, конечно, все Осетию.